праздник в Центральном парке Звенигорода в самом разгаре. Это точка, место притяжения для всех жителей Одинцовского округа. Здесь обновили входную группу, установили сцену, фонтан, детскую и спортивную площадки, пространство для настольных игр, качели, интерактивные арт-объекты. Но так было не всегда. Благодаря приведенному благоустройству городского парка в Звенигороде, этот праздник, Чеховский день в Звенигороде, заиграл для нас новыми красками. Прекрасное расположение площадок, замечательное расположение, уютное кафе. Есть где разместиться зрителям, есть где в тиши погулять отдыхающим. И замечательная площадка для творческих программ. Подмосковный город Звенигород в 2020 году стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Он проводится по поручению президента России с 2018 года среди городов численностью населения до 200 тысяч человек. Также в конкурсе могут принять участие исторические поселения федерального и регионального значения. В этом году победило 800 проектов, 3 из Московской области. Сразу 3 наших проекта из Егорьевска, Ходькова и Каширы победили на 8-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На этих территориях появятся новые современные места притяжения жителей и туристов, где можно будет проводить время, отдыхать, заниматься спортом. На все это мы получим в том числе финансирование от федерального правительства. Города Одинцовского округа регулярно участвуют в программах по комплексному благоустройству дворовых территорий. При проведении работ администрация всегда учитывает мнение местных жителей. Я вижу, как постоянно что-то там улучшается. Даже вот последнее время, может быть, для кого-то это не так важно, но мне, например, круто, что я шла, и тут я увидела, например, очень классную кофейню. Вот, там раньше была только одна, теперь их огромное множество. И знаете, появляется ощущение, что ты даже на несколько часов оказываешься в отпуске. То есть вот ты просто как бы отключаешься. Ты просто идешь по прекрасной аллее, тут же у тебя какой-то классный кафетерий, ты можешь взять, перекусить, дальше идти общаться, и я отдыхаю там. Положительная оценка жителей понятна. С каждым годом города Подмосковья становятся только краше. Всероссийский конкурс – это лишь одно из направлений для преображения территорий. Красота наших городов и комфорт жизни, в том числе, зависит и от нас самих. Алтынай Урумбаева, Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».